Ну, давайте. Погнали. Здравствуйте. У меня вопрос такой про состояние травмы и отношения со старшими людьми. Вот я благодаря вашему курсу вот неделя про мастерство затронула глубоко. И я поняла, что я хочу, ну, как бы более глубокий контакт с людьми, у которых, ну, которые в старшей позиции по отношению ко мне находятся в этой жизни, выстраивать. И что мне это важно, и что, ну, что, чтобы возрастать, мне это необходимо. Но вот в моменте, ну, когда я, например, общаюсь с каким-то, ну, с начальником или, ну, с человеком, у которого просто больше ресурсов, особенно, ну, в каких-то профессиональных, контекстах и ситуациях, ну, меня иногда так, ну, накатывает, наоборот, такое состояние, что вот этот человек хочет там на мне наживаться, что он, наоборот, хочет меня ограничивать. И вот, ну, просто такое состояние, которое, ну, как бы неконструктивно для меня, но в моменте я не могу как-то его преодолевать. Или как-то я его сдерживаю, но я не могу никак выйти именно на, ну, как бы на такое общение, как такого качества, которого мне хотелось бы. Потому что я все время вот в этой эмоции, что этот человек какое-то зло для меня. Ну, именно в моменте. И я не знаю, как это, не знаю, преодолеть. Так, ну давайте так вот, как бы так вот вопрошение сделаем. Маленькое-маленькое хочу вот о чем спросить. Катерин, а сколько вам лет? 27. 27. А внутри насколько себя чувствуете? Ну, наверное, 23. А насколько воспринимаетесь вы другими людьми? Ну, я не знаю. Ну, давайте так, другие пусть смотрят. Вот. А по внешности, ну, 18-19. По... Да? Да. По конспектов, ну, 26-27. Супер, да. То есть по интеллекту, да. По внешности на 18. Потому как вы доносите себя через голос, ну, 14-15. И смотрите, вы делаете этот посыл себя во внешний мир. То есть, если вы просто как девушка сидите, так вот девушка сидит и, значит, не разговаривает, все, девушка 18-19. Как только вы начинаете говорить, вы выдаете девочку. И не мудрено, что, возможно, если во взрослом разговоре девочка берет слово и говорит какие-то слова, ну как-то не солидно, девочка вас не спрашивает. Поэтому, смотрите, я вижу, связь прерывается, может быть, потому что частота разговора высокая слишком. Не, я сейчас подвинусь. Мне очень просто важно, чтобы вы это сделали. Сейчас, дайте передвинуться. Слушайте, а там у вас день, что ли? Вы в каком? В какой стране? Я в Германии. Ой, как круто. Слушайте, поэтому смотрите, я сейчас вот, ну, первой задачей
вот ставил бы терапевтической задачей, если бы это был запрос терапевтический, а он-то и терапевтический есть, работа над голосом, выражение. Я думаю, что это можно в одиночку проходить такую штуку, но лучше, конечно, с кем-то, даже в дружеской компании. Какая здесь вещь? Смотрите женщин разных возрастов и разных, ну скажем, образов, архетипов. В кино, в Ютубе. Вот как разговаривает Моника Белуччи? Как разговаривает Приянка Чопра? Как разговаривает Ангела Меркель? И вы просто тупо 21 день, по полчаса в день занимаетесь звукоподражательством. Это как будто бы намек, понимаете? Потому что вас считывают как девочку, когда вы начинаете говорить. Пока вы молчите, вы девушка. По интонации? Да, да. У вас интонация, ну, как бы такая, как сказать, ребенка, да. Только не обидьте меня. Ну, по конспектам вы интеллектуальные и взрослые. И вот этот, вот интонационное, то есть вы душа уже взрослая по уму, по душевным качествам, но в теле вы застряли в состоянии маленькой. Там на самом деле в чем-то даже и выгодно. Но, ну, маленькой оставаться. Но, потому что маленькая — это невинная, понимаете? Найдите какую-нибудь наглую женщину в Ютубе. И полчаса наглой, развязанной, такое, да вообще козлы, все они мужики козлы. Попробуйте этим поиграть. Но смотрите, еще тональность, ти-ти-ти-ти-ти, глубокий голос. Вот есть индийская актриса такая прекрасная, Приянка Чопра. Она офигительно женственная. 7 прощенных убийств. Один из самых прекрасных фильмов о женском теневом аспекте. 7 прощенных убийств. Если вы будете смотреть в оригинале фильм, вы услышите, что она разговаривает вот таким вот бархатистым, низким голосом. Она потрясающе женственна, но вот она вот так вот разговаривает. Понимаете, вы, как только вы начинаете играть голосом, сначала сама с собой, а потом немножко добавлять красок и ноток в разговорах с другими людьми. Но голос – это не только голос, не только голосовые связки, это и манеры. То есть стервозный голос невозможен без стервозных манер. И здесь представьте себе, что это просто работа в формате актерского мастерства. Это потому что внутренняя совесть может не позволить вам разговаривать стервозно и ругаться матом. Но если вы актриса, которая должна в эротической сцене участвовать, и вам надо просто сыграть, и от этого зависит ваша карьера, вы одеваете эту новую роль как костюм. Как только вы позволяете себе выходить из детской репрезентации, из детского диапазона и из вот этой тональности, ну вы ж не обидите меня. Более того, мне кажется, что в рабочем контексте, там, где вы работаете, вы в другой роли. Ну, да, могу в другой быть. Вот. У вас есть уже 2 диапазона. А тогда какой ролью вы сейчас со мной? Кто вы по внутреннему ощущению, по отношению ко мне? Вот прямо сейчас? Да. Ну, прямо сейчас, как будто бы друг. Но вначале, когда я начала, ну, вначале, мне кажется, как ребенок более. Конечно, и сейчас так же.
Я чувствую неимоверную потребность защитить вас от этой грёбаной трудной жизни. Просто взять и удочерить. Но я из последних сил держусь. Я говорю сейчас вам об этом зачем? Потому что я честно, ну, отражаю те чувства, которые рождаются в ответ на такую реакцию. Ну, на такой посыл. Прям думаю, ну, девчоночку мою возьму, прям обниму и скажу, никому не отдам, только попробуйте, говнюки, обидеть ее. Понимаете? Для каких-то коммуникаций, если у меня очень много отцовского чувства, мне подходит такое чувство, вам тоже подходит, моя защита не помешает. И это нормально. Но есть коммуникации, в которых эта роль неуместна. Если вы можете переключаться, вот, отсюда туда, оттуда сюда, и быть разной, это нормально. Это замечательно. И для нашей коммуникации мне такая подходит. Но я хочу сказать вам, что по интеллекту, по уму, вам 28 и даже 30-ник вполне можно дать. Потому что конспекты емкие, аналитичные, структурные, интересные. Мне интересно вас читать. И еще на курсе, на первом курсе, на котором вы учились, как найти партнера, и сейчас я с интересом читаю. Поэтому важно догнать вот одну часть и другую. И самопрезентация у меня как бы не соответствует, да, тому, что у меня внутри. Да, внутри вы взрослые. Вы взрослая душа, и, может, даже взрослее своего физического возраста, как душа. Но в теле нужно учиться жить в соответствии. То есть, и это про внешнее. Ну, это про интеграцию внутреннего и внешнего. Вот здесь, а тут только эксперимент, только актерское мастерство, только обезьянничание и пародия разных, как сказать, разных состояний, разных ролей. Поэтому играйте с этим и чуть-чуть, если у вас есть там хорошие, конечно, не знаю, вряд ли русскоязычные какие-то театральные такие курсы или ораторское мастерство. И я думаю, что не часто, но можно найти, не пропускайте момент. Это прям ваше то будет. Хорошо. Спасибо большое.